Премьера 70-го сезона на сцене МДТ. Обновленную версию спектакля «Гаудеамус» презентовали зрителю. На сцене Театра Европы постановка шла с 90-го года, но спустя 10 лет потеряла актуальность. Задействованы были молодые артисты, которые успели перерасти своих героев. На время худрук театра Лев Додин решил заморозить постановку, но с набором новой стажерской труппы возник вопрос о возрождении спектакля. «Гаудеамус» восстанавливали более года. Главный режиссер МДТ отмечает, что в отличие от остальных постановок, которые многие называют мрачными, это произведение должно развеселить публику. Мне кажется, он все-таки веселый. Во всяком случае, смеются. Я надеюсь, что будут смеяться. Ну, может быть, она где-то и плакать, но это тоже хорошо. Нельзя все время только смеяться. Вообще, мне кажется, что это такой, как бы сказать, не типичный для нашего театра случай, но важный. Впервые новую версию спектакля по повести Сергея Каледина «Стройбат» увидели в Париже. В прошлом сезоне труппа театра представила его на гастролях. В Петербурге «Гаудеамус» не станет единственной премьерой. Лев Додин уже объявил о готовности работать над классическим «Гамлетом» по Шекспиру.